Видела. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дамы и господа! Мы продолжаем наш великолепный курс. Ой, там звук, по-моему, выключили. У вас Так, выключен вот так, разрядный. вот так, да? Так, слышно? Так, слышно меня, да? Да, Да, слышно. все Да, да, нормально, да, ага, все да, да, нормально, да. ага. Так вот, на этой неделе в четверг, в среду вечером начинается пост 9 ава, и мы решили разобрать вторую главу. Первую главу мы как-то разбирали, вот, и в записях это есть. Вторая глава из пяти глав книги Эйха. Напоминаю вам, что первые четыре главы написаны акростихом, первые четыре дома, да? Вот, то есть у них 22 стиха по количеству и по порядку букв в еврейском алфавите. Вот. Последняя глава написана не акростихом, хотя в ней тоже 22 фразы. Так, ну вот, еще раз спасибо Анне, которая подготовила нам материал. Я, к сожалению, это моя вина, я вовремя не успел посмотреть, но я думаю, что сюрпризов быть не должно. Итак, я читаю первую фразу. Эйха яив беапо Адунай эт бацион. Хишлих ми шамаим эрец тиферет Исраэль. Вело захар адом раглав бьем апо. Попробуем разобрать. Анна, а можно увеличить хотя бы немножко, мне чуть-чуть мелковато. Сейчас, сейчас, секундочку. Итак, первая глава начинается у нас словом «эйха», и вторая тоже. «Эйха» – это как, каким образом. Отсюда название самого произведения. Это одна из пяти мегилот. Мегилот входит в состав «кетувим». Это третья часть Танаха. Да, значит, слово «эйха» мы разобрали, что это означает «как», «каким образом». Теперь слово «геив». Да, значит, словарь дает нам омрачать в данном случае, да? Беапо в гневе его, здесь имя Всевышнего, это Бацион, дочь Сиона, да? Ну, под этим образом еврейский народ имеется в виду Ишлих, что такое Ишлих? Послал буквально. Есть корень шлах с хет на конце, и есть схав. А схав – это буквально бросил, выбросил. Напоминаю вам, однокоренное слово «ташлих» – церемония на Рош ха-Шана. Бросил из с небес «эрец тиф эрет», да? Землю красоты Израиль. Нет, нет, сбросил с небес на землю А, Тиферет Израиля, за красоту, красу, красу понятно. Израиля. То есть Просто как бы Эрис стоит без предлога, ласковец, хотя бы должна быть арца. Арца, должна быть Ага, землю, не да. знаю почему. Да, Тиферет Израиль. Великолепие Израиля, вело захар, адом раглав, и не вспомнил буквально подножие свое, бьем апо, в день гнева его. Да? Адом раглав, это выражение нам и в других местах тоже попадалось. Остальное правильно, да? Да. Прекрасно. Так, Анна, тогда вы бет. Так. Принимайте. Так. Бела Адонай вело хамаль эт кольне от Яков харас бе эврато мивцей бат игуда гелар елель мамлаха васарейга. Так, значит, Бела – это сокрушить, истреблять. Сокрушил Всевышний и не помиловал. Хамаль – это миловать. Все Да. неот, неот – это вот жилище. Неот – это все жилища Якова. Харас, харас – это через гей – это разрушать. Разрушил тоже, сокрушил, разбил, разрушил в гневе своем. Зато мифцерей – крепости, укрепление крепости, Мифтар, бат, укрепление, да. дочери Гуды. Ну, Хигиаларец, ну, тут просто буквально достигли до земли, но опять же, тоже опять сбросил на землю, перевод звучит как-то. Да, Сбросил да. на землю, Хилель как бы осквернил царство,
царство, вот, видимо, ее дочь, этой самой дочери Сиона, и Она. Сараиха, и Сараиха, и князей ее. И, да, и Сарим Шала, да, совершенно верно. То, что мы видим здесь, написано слово «ло» без огласовок и в скобках «верло», мы знаем, что это такое «кри» и «ктив». Да? Написано вот так, а читать следует вот так. Это, что называется, масорет. Спасибо, Анна, замечательно. Так, сейчас следующий Так, кусочек. двигайте текст, и теперь за Тимофеем у нас кто? Так, за Тимофеем у нас так, Тимофеем. Людмила у нас, по-моему, нету. Не знаю, есть Людмила. Людмилы нет, Так. значит, должна была Шуша. Значит, Шуша должна сейчас. Давайте, Гимель, да? Шуша. Так. Да? Тихонечко. Гимель. Гимель. Да, Годам. текст сложный, да, так ничего Очень, страшного, да, годам. не все сразу понятно. Коль Керен, Исраэль, Ашлиф, Ахор, Ахор Ямейну Лифней, Вев, Ва, Ива, Лифней, ой, ой, Оев, Оев, Оев. Оев, Ван Бер, Ван Биар, Ваивар, да. Вивар, Ваяков, Каэш, Ла, Бо, Каэль, Сабин. Так. Ну, значит, тут отрубать, ампутировать, как это, Бахар, Оф. Бахареев это в гневе, ну, в ярости гнева или в Ну, полугневе, а так это вот гнев, проще. да? Что-то нос и Да, что-то. это, ну, полугнева Как или... бы сказать, отрубил в гневе, ну, все, как это, ну, не рога, керен, как сказать, рожки венца. Величие, ну, переводят как величие или там Ну, величие. славу, мощь, вот они пишут, мощь Израиля. Всю Вот, мощь мощь. Израиля. Так. Ага. Ашиф. Хэшиф это отшив, то есть это убирать или прятать, убирать. Развернуть Человек вообще-то убрал. должно. Ну, вообще-то вернуть, но это вот обычно переводят как убирать здесь конкретно. Да, ищу, да. Так, Спрятал. Так. Ахор. Ахор Ну, назад, да, за спину как бы буквально. отнял назад Йомейну, это дни наши, наверное, как Емино, нет, Йемино. Емино. О, Ямин. правую руку. Правая рука, да. Правая Десница. рука, которая милосердие, да. Десница, да. Мифней, так. Уев, Да. какие-то враги какие-нибудь, наверное. Оев, враг. Мипней, оев, пред врагом, да. Да, пред врагом, так, Бер и Сначала устранил, можно победить, да. или выжег. Ну, то есть он как бы не защитил, то есть Бер, рука должна да, не защищать, а он вступился. ее спрятал руку как бы и дал врагу возможность Вот одолеть, то есть не уничтожить все заступился. величие Израиля. Да, не Да. заступился. Так, хорошо. ВБР, что у нас, и устранил, ну или уничтожил. Не сказать, лучше Да, он сжег, наверное, сказать. И сжег, да, Эш, там дальше идет Эш, пламенем. значит, да, вот сжег. Так, Беку, это вот как у нас переводится. Конечно, это как в огне, да, получается. Как Как огнем, да. огнем, да. Как огнем, да. И выжим. Так. Легава это пламя. Так, вокруг. Ахла, да. Так. Да. То есть язык Кушал. пламя и пожар. Все вокруг. Огонь Ахала пожирает. скушал, пожирая все вокруг, или пожирающий все вокруг. Да, это образ какой-то пожирающего. То есть он Да, как бы не страшное дело. защитил, в чем, если, ну, резюмировать, отнял свою десницу, и все величие было поглощено вот этим вот огнем Да, напрочь. и сжег, ну и в Эр тут имеется в виду, он же Всевышний сжег Яков, в Якове, как огнем пламени, как языком Все пламени, вокруг. который сжигающим все, да, сжег все, сжигающим все вокруг, Да, да. Душа, очень гулко вас слышно, как будто вы через трубу какую-то Ельховскую говорите. А сейчас не лучше? Да не, ну слышно нормально, ну слышно нормально, если уж прям так-то уж прям Нет, в принципе, да, слышно есть нормально, все нормально, можно неразборчиво, так слышать. Все нормально, понятно, все нормально. скажем. Посмотрим. Ладно, ладно. Так, Анна, Так, дальше Юлия теперь у у нас идет, нас да? идет Юля, идет, да. Юлия, далее, пожалуйста. Простите, пожалуйста, а вот эти японские трубы женщины
Имели право говорить, или только мужчины? Не думаю. Скорее всего, это была мицва. Мицва дается в основном мужчинам, да? Но мужчины ведут войну даже вот таким нетрадиционным способом, что... Да. Так, дорога каштокиуе лицав ямину. Именно. Ямину, да, это конец стиха, конец строки, да, получается. Кицар ва я ха рог коль ма ха ма де айн беохель бат цион шафат каэш амато. Хамато. А бат цион это Иерусалим, да, получается? Бацион, дочь Сиона, да, очевидно, да. Так, в общем, он что сделал? Он дарах. Он Да. согнул, согнул. Ну, он дарах. Согнул, ну, дарах буквально наступил на лук, но это наступает на лук, чтобы его согнуть. Ага. Это дерех, да, отсюда? Да, ну, от... дарах как дорога, как ступает ногой да. по дороге, да. Ага. Наступил на свой лук, как враг. Дальше, на цав, не цав, точнее, Не цав это это, начал это стоять, то есть поставил себя, да? А, поставил... Наверное, ну, да. Направить, тут имеется направить, ну, да, поставить, Ага, направить. понятно. Я вот не перевела, думала, в принципе, слово-то известное, но, может быть, надо было все-таки перевод дать. Установил, поставил, ну, положил десницу свою, как тоже Так. как царь, как враг, Так. получается. Так, это у нас справедливо. Да. Так, 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 да. убил всякого... который, ну, услаждает как бы глаз, то есть представляет собой нечто приятное, это глаз, да? Да. Махмад. Нехмад, да. Это нехмад, да, отсюда, да, получается? Угу. Да. Хамуда. Ага. Баохель в палатке, ну, в этом, в шатре Шатре, да. Иерусалима. Шафат, он Излил, разлил. выплеснул, Ага, да. да. У нас, по-моему, что-то уже разливалось, то ли реки, то ли, не знаю, что было такое. Что у нас? Каэш, что-то уже разливалось с Ну, этим. слово, Да. ну, конечно, употреблялось много там, употребляется, в Торе Шафат употребляется, конечно, Пухам шафат. Атха Эля Гоим, да. А, я еще хотела спросить, потому что я читала Керен, это, я так понимаю, то, что Моисею вот пририсовывают рожки, а на самом деле вот он во славе, да, Лучше, выше. лучше это может быть, да. В Так, современной терминологии геометрический луч, тоже называется Керен, да? Итак, Шафах Амуто. Шафах, кеш, как огонь, гамто, это горящий, ну, Гнев, гнев, да. Да, ярость, ярость его, да, спасибо. Так, я вижу у нас нового участника под номером. Вы, наверное, поняли, как мы работаем, когда приходит очередь. Если есть у вас желание прочитать, пожалуйста, выключайте микрофон. Спасибо, это Елена Бликман, я вот никак не могу под своим Елена. именем выходить, и я не читаю, Ага. спасибо большое. Я Значит, вы только нас слушаете. слушаю. Хорошо, хорошо. Да. Да. Так, у нас Значит, мы Евгений, сейчас Евгений еще есть, нет, но Евгений еще Евгений, есть. Да. О, точно, почему-то. где же? Так, вот теперь вижу Евгения, да? Эй! Да, хая адони к оев беля Израиль беля коль аманотея шихат шихет мивца рав ва ерев Беват Иегуда Таания Ваания. Да. Верно. И стал Господь как враг. И как пожрал, как истребил, да, вот это вот. У нас там было, да, Беля. Истребил. Беля, да, это как Билам, да, Билам, да, был такой этот Билам. Билам, да, как губитель народа.
да. губительного народа, истребил Израиля, истребил все, все, как сказать, ну, дворцы, да, в случае, ее, да. Ее, да. Да. Разрушил, получается, крепости. Да, крепость, укрепление Мефцар, город, окруженный стеной. Да. Получается, окончание тут вав, тут до этого было, да, как бы, тут женское окончание. Да, тут нестандартно, да. Да. Тут то ее, то его. И он как-то умножил, увеличил, да? Да. В дочери Иуды. Да. Как бы сказать? Да, ну, скорбь, 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 скорбь и страдания, получается. И, да. И страдания, да, страдания. Да, да, да. Да, да, да. Тания, Ания, совершенно верно. Так. Чудесно. А теперь... еще, простите, вопрос, ага. Ведь, получается, в римском тексте замечают своеобразные, как бы, стихи, да, идут, то есть, как бы, некая рифма. Вот в пределах одного стиха замечается, как бы, да? некое, два обычных слова, которые звучат одинаково. Вот, там, вот здесь «танья» и «анья», да? Это, как бы, некая рифма, да? Нет, это не ну, рифма, это... Мне такая цель не ставилась. Я слышал интересное такое выражение, что рифма в еврейских стихах заключается в том, что каждый стих состоит из двух частей, второй повторяет мысль первой просто иными словами. Ну, например, мы это видели очень часто в «Эшет Хай», да? «Капа парса да ниве капейга ната». Да? Ну, очень-очень много таких. Ну, в Тейлим. «Возрадуется Яков и возвеселится Израиль». Там, да, это двое. Свет, свет посеян для праведника и для прямодушных радостей. Да, 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 да. Вот. Так. Теперь я очевидно вам, да? Да. «Ваяхамос каган суко шихет моадо шиках Хашем Бацион Моэд Вешабат Вейн Ац Заам Апо Мелех Векоэн. Так, Ваяхмос Хамас. Сейчас, минуточку. Ну, вот у меня есть перевод «обобрал». Вот. Ган – это, понятное дело, сад. Слово «суко» пусть вас не смущает, что не стоит. А мы привыкли писать слово «сука», который шатер, который на сукот, да? Мы привыкли писать его через самых. Да, они взаимозаменяемы. Шин и син никогда не меняют друг друга, а син и самых иногда бывают. Итак, обобрал как сад суку свою. Что это значит? Как обирают сад? Собирают плоды, собирают все ценное, оставляют голыми ветви. Шихет моадо. А, так. Моадо, моэд. Праздник, праздники, да. Имеется в виду праздники, да. Да-да-да. Шихет. Только что было у нас слово. Ну, разрушить, испортить, испортить. Да-да-да. Так. Шиках. Мы здесь видим корень лишкоах. Забывать, да, в... значение каузатива, заставил забыть. Шаббат, да, моэд ве шаббат, и праздники, и субботы. Ва инна ац, не эц, оскорблял, да, бе заам, а по в гневе гнева, да, в ярости гнева его, мелех ве коэн, царя и священнослужителя. Ну, они переводят как отверг в полугнева, да. Отверг, отверг. Ну, так, да, может быть. Да. Ну, буквально, да, буквально это оскорблять. Да. Да. Так, пожалуйста, Анна Зайн. Так, занах Адонай мизбехо не эр мигдашо хизгир баят оев хомот арманатейга коль натну бавейташем кайом моэд.
Занах, ну, забросил, забыл, так сказать, забыл Всевышний Безбехо, свой жертвенник, ну, имеется в виду храм, опять же. Да, Ну, да. не эр тут имеет, тут переводит как отверг. Слово я в словаре так и не нашла, это не эр. Кроме как Ну, освещать, только если не эр, только как осветить, в ну, смысле от ор свет, только если от осветить. Но слова это вот, да. не сюда, не совершенно не сюда. Так что, а вот именно что-то в отрицательном контексте я его не нашла. Так. Отверг свой храм Мигдашо, Хизгир, ну, предал бы я тое в руки врага, а хомот стены дворца ее, правда, опять ее, и голос раздается, ну, правда, интересно, коль на дну, как бы Далее, голос Николь. раздаются, они, видимо, они раздаются, ну, разумеется, это голоса, вражеские голоса раздаются в доме Всевышнего, как в день праздника, то есть как в день праздника раздавались голоса радости, а сейчас голоса врагов там Да, звучат. да, да. Вот как-то так. Да, Простите, увы. я нашла в Пеле это значение нар, оно как раз-таки вот так и обозначает. Это в Насифаре в словаре. И она пишет, что в Псалтыре 89-й, Таилим 40-й стих, то же самое значение у этого глагола. То есть именно отвергать, да? А Да, корень какой? отбрасывать на Юль, а ар. вы выложите как-нибудь в группу, то Да, я там конечно, ее... обязательно, Я эту обязательно. сифарию Да, с удовольствием. перерыла, что-то ничего не нашла. Я сейчас Ага. сброшу скрин. Так, да. 89. Спасибо, спасибо, да. Спасибо, Только мило. хорошо, что да, хорошо. Хэт, пожалуйста. Так, это у нас Шуша получается. Шуша, да, слушаем Да, Шушу. и вот как мы все-таки читаем хашах или хашов, вот это вот Сейчас я сложно. передвину текст, секундочку. Значком. Хашав, хашав, конечно, да. Хашав, да, просто Но необычно. это же Хорошо. обычный пааль, да. Знаю, почему. Ну, знаки надстрочные. Хашав, Ашем, Лешхит, Хомат, Бацион, Натам, Ло, Шиф, Ядо, Мабала, Ва, Да. Явель, так, Вавель, Халь, Вахума, Ягду, Яхдав. Ягда, Яхдав. Вахума, Ягда, Эмлало. Умлало. Ну, вот, Да. так, значит, подумал, Штраф задумал, да. задумался. Так, Леш. Ле гашхит. Почему? Разрушить. Разрушить. Погубить, я вот слово не думала, вроде известное Можно слово, сказать но может стену быть как. Иерусалима, вот если бы отцом. Ну да, вполне, да. Не знаю, даже так, на так, где у нас это вот линия. Да, ну вот Да. они переводят, как прочертила линию, хотя на та буквально это типа повернуть, склонить, что-то Линию, да. такое. Повернул линию, получается, да. Да. Значит, линию так, ло, шиф. Ноги Шиф. шив еду, да? Не отстранил буквально, не убрал. Мы Правда? была. Ми балея от того, чтобы балея. И у нас Балея, да? Балея разрушение. от разрушения и Да. да. Это где? Я просто... Е Так, секундочку. авель, да? Так. Авель, да. Да, от скорби. Так, и Погрузил в скорбь, но это получается глагол и в эфире. То есть сделал, ну, как бы, погрузил в траур. Ну, вот халяни хель переводит как крепостной вал, а хума, соответственно, Это стена. стена. Так. Да, и погрузил в траур стены и как бы укрепление стены. Так. Минуточку, вот чтобы мне понять. Так, Ягда, мы читаем я, Яхдав. вот Да. Ягда. То есть это как бы его, да, вот все имеется Яхдав это вместе их. Их вместе. Кого в виду? вместе? И вал, и стены. И укрепление и стены, все, что погрузил. Да-да-да. Ясно. Умлаль это несчастье, да, тоже какие-то Горе, умлалы но это несчастье. какое-то такое высокой трагедии, скажем так.
Их вместе погрузил в скорбь и траур, короче, все там. Да, понятно, спасибо, Шуша. Теперь тет, да, буква. Так, теперь Юля, получается. Тавугарец Шереха Ибаде Вешибара Брихеха Брихеха Брихеха, да. Малька В Шереха Шереха Ба то есть Ва Гоим Энтора Ган Гам Невиим Неви Неви Да. Неви Эйха Неви Эйха Ло Мацу Хазон Ме Адонай Ме Хазон. Так, в общем, он, вот я так понимаю, что таву и бад, это как сломал. Ой, а нет, таву это потонул. Потонул. Да, или, да, да. Типа, как бы утопил, утонули, да, утонули, ушли в землю, или утонули в земле. Да. То есть, утоплены были в земле, что ли? Ушли в землю врата, шары. Да, в чем смысл ворот? Когда они заперты, враг не может попасть в город. Но Всевышний сделал это наподобие Иерихона, да, чтобы врата ушли в землю. Да. Грустно. То есть, как бы дважды, да, повторяется, тавгу и бад. Тонули, тонули. Нет, нет, и бад это пропали. То есть там утонули, ушли в землю, ворота ее, получается. И разрушенный, и сломанный запор, брях, запоры, запоры. Брях – это, да, это засовы, это замки, и это вот те горизонтальные детали, которыми скреплялись вертикальные брусья стен скинии Мишкана. И тоже, значит, называется брихим. Наверное, первое упоминание этого слова там, да? А теперь малка, малка. Весарейха. Это же знаю, ее да. Царь и ее с этим министр. Министр, я, наверное, в народах. В народах, да. То есть, то есть в плену, то есть в плену, ну, в плену, да. Народов, да. Нет у них инструкции, то есть нет у них учения. Учения Торы, ну так и есть, нет у них, да. А также пророки ее не найдут хазон. Видение, видение. Да? Да. От Бога. Всевышнего. Да, напомню вам, что последняя суббота вчера называлась Шаббат Хазон, Хазон Овадии. Мы читали видение Овадии. Это тоже то, что Всевышний дает пророкам узреть. Да, спасибо, Юлия. Верно. Так, так. Теперь должно быть и видение, да? А у нас еще и Людмила пришла. Вот, Людмила, здравствуйте. Вы с нами? Здравствуйте, с вами. Так, угу. Тогда, пожалуйста, вам Юд, да? Да. Я убираю кусок. Спасибо. Ешву лаарец идму зикнебат цион цион гэлу Афар аль рошам хагру саким гориду лаарец рошан бетулот Ярушалам. Ярушалайм, да. Почему тут юды, хирика нет, что-то потерял? Вот пишется слово Ярушалайм, и в Тхилим тоже очень часто без юда. Нет, я не без юда, а про хирик, про гласовку имела в виду. Да? Сидели они, будут сидеть они в земле Израиля. Ой. Идму молчать, молча. Будут молчать старцы, да, старцы да? Дома Сиона. Поднимут они, да? Да, да. Сейчас да. Скажу, хайлу афар... Аль-Рошам. То есть, да, посыпят пеплом головы. Посыпут пеплом головы их свои. Хагар.
Вот, там дальше идет слово, правда, А не получается, что. паяс, ну, может, да, современный. Так, а сам текст уже не вижу. А Вот паяс так. тут мешка. А, это не мешки, это вот это Таким, да? Сак. мешковина. Опустят их в землю. На землю Рошан. А, на землю Это уже голод женский, их. почему-то здесь женский род. А, вот, вот Да. дальше. Батулат, Батулат Иерусалим. Головы их кого? Девственницы Батулат Иерусалим. Иерусалима. Дев Ну да, Иерусалим. Да, дочерей склонили к земле Иерусалим. головы свои дочери Иерусалима. А, Да, это девы как бы Иерусалима. запятая, там уже не про старт. Да, Да. там, да, там, да. Ну да, тут как бы запятых тут нет, и поэтому так вот. Надо Ну, по посмыслить. смыслу мы можем, да, Да. делить на смысловые части. Верно. Так. Прекрасно. Так. Спасибо, спасибо. Спасибо, Так, Людмила. теперь у нас так. Теперь мы передаем Евгению. Да? Юля читала у нас? Евгения читает. Евгения А, читает. все наши остальные читали, Шуша, Юля все читали, да? Да, Значит, мы все три прочитали. Евгения. Три Евгения тогда получается, да. Калю, Вадмаот, Инай, Хамармеру, Тамар-Марон, да. Меай, Нишпах, Леарес, Кавдей, Квейди, Квей, Квейди, 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 да. Альшевер, Бат, Ами, Атеф, Да. Олель, Олель. Ва Йонек, Йонек. Бирховод, Кирья. Кирья, да. Ну, Слово «коль», все, да, закончилось. закончилось. Нет, это не Из закончилось. Это конкретно здесь вот все. немножко они по-другому переводят, что истекают слезами. Да. Ну, затонули в Да, слезах, получается. Ну да, слезами все. вытекли слезами, наверное, А, смысловой какой-то. вытекли слезами мои глаза, да? Ну да, ну сам пророк говорит, Ирмиягу, который это все. Да, он так Да, говорит. и Да, горит глаза мое, да, мои, да. глаза мои, да, пишут, Амар-мару. Так, что да. это? Ну, переводит как сжиматься, как-то стискиваться, хотя Ага. словарь этого слова не знает. Он знает только Ага. схамурмерит похмелье, больше ничего. Да, понятно, Ой, а еще все есть слово в внутренности. современном мемурмар. Недовольный. Мемурмар. Какой-то глагол. Мемурмар, ага. Мемурмар, но слово мар, наверное, горечь имеется в виду, но он Да, это больше ничего удвоение, не наверное, говорит. удвоение как корня Корчение получается. какое-то. А, Ну, вот тут слово буква горечь. хэт, которая может быть только корневой. Значит, Ну, это правда, корень. непонятно. Тут хэ, да, хэ, да, да, тут не гей. Тут была бы гей, можно было бы сказать и так. А тут да. Ну, очень что-то плохое совершается с внутренностями Там, моими. внутренности, Да. да. Перевернулись, Да. сжались там, Пах, огорчились. да. Не шпах. Не шпаха. Шофех наливать, не шпах быть разлитым. Разлились, лаарец. Развелась на землю. Тут что Да. получается, как почки или что-то? Говорите, Нет. печень. 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 Вы имеете в виду желчь произлилась вот так. То, Да. что из печени вырабатывается, печень у желчи вырабатывается. Так. Вот. И баатеф матафа в современном иврите это конверт. Лейт атеф бацицит. Это из благословения на Да, оборачиваться но за. в
В частности, в Таилим, слово «отеф» имеет совсем другой смысл, я не знаю, словарь его не знает, не дает никогда. Так. Однако же часто ослабеть, исчахнуть, как-то там. А, Так, что? я вам даже картинку приводила из Таилим, где он жаловался, царь Давид, что у него там что-то Угу. ослабело над слез или что-нибудь там такое у него случилось Да. нехорошее с ним. Ага. И тотеф еще есть, и тотеф, как говорит, паэлис еще. Ага. Так. Угу. Получается, это дети и Так. младенцы, да? Ну, вот смотрите, «Ларет кведи аль шевер бат ами». Вот эта строчка еще у нас осталась. От А, так, все это с да. ним случилось нехорошее, от глядя на разрушение дочери народа Угу. моего. Народа Вот. моего, да, Вот это вот у ага. нас было. Да, А изнемогает, потом вот... получается, что-то, это единственное число, получается, ребенок и дитя. Да, Да, младенец и младенец на улицах города, да. Хотя на переводит во, улице. хотя переводит во множественном, да, действительно, по тексту единственное число. Да. Да. Кирия, город, окруженный Кир, стеной, да. Да, вот, маленький городок они переводят, Кирия. Так, хорошо, теперь я начну, наверное, да? Подайте мне следующий текст. Юдбен. Да, ради Бога. Лаимотам йомру ае деген веяин бегит атефам ке халал бирховот ир бхиштафех навшам эль хейк имотам. Страшное дело, да? Матерям йомрум. Скажут, да, где деген, даган, хлеб, да, где мука, зерно, вяин и вино, бегит атфам, когда закутываются они, но вот она объяснила нам, что здесь может быть значение другое. В изнеможении их. То есть, когда они будут изнемогать, ке халаль. Халаль – это убитый на войне. Одно из значений этого слова. Да? Ке халаль, бирховод ир на улице города, беги штафех. Так, шафах. Навшам, и Опять же, штафех это то... навшам. Это, как сказать, ну, расставаясь с жизнью, Если... отдавая, так сказать, отдавая душу, Богу душу, отдавая, Да. так сказать, Когда, жизнь. да. Когда буквально выливают душу их. Эль, хейк, и мо там хек на лона матерей их, да? У груди матерей, да, вот так вот, да. А, подождите минуточку. А кто у груди матерей? Дети? Ну, ребенок, которого мать держит на руках, он умирает у нее на А руках, ребенок упомянут в этом стихе или только еще в прошлом? ну, вот эти вот Предыдущем. дети, вот эти вот несчастные А, то детишки, есть продолжение. они Понятно. скажут матерям своим, где же мне взять-то, кушать нечего. И они Да, будут понятно. умирать на руках матери, на груди, за пазухой там что-то. Вот Да, так. понятно. Вот такая вот неприятность. Господи, Да, помилуй. случилось. Ну что же, теперь Юдгимел передаем Анне. Да. Так, ма айдейх, ма адаме, лах абат Иршалаем, ма ашвелах, ве анахамейх, батулат, бацион, ки гадоль, ки ям, шеврейх, ми ирпа лах. Так, слышно? Да, прошу прощения, я на минуточку отодвинулся, да? Так, Yes. значит, ма и адых, ну как бы, кого я позову свидетелей, или кто будет А, свидетелем? и Кого да. эдмелах, ма эдмелах, ма эшвелах, это как бы кому уподоблю я, как кому уподоблю я тебя, аббат Иерусалим, дочь Иерусалима, ма эшвелах тоже, кому, кого, с кем сравню тебя, и кто, как утешит тебя, анахамейх, как утешу тебя, Батулат Бацион, как утешу тебя, правда, получается, девушка, дочь Циона, ибо Гадоль Каям, велико, как море, Шеврейха, Да. разрушение твое, Миир Палах, кто исцелит тебя? Да.
Так, да, понятно, понятно. Угу. Спасибо, замечательно. Юд. Далее теперь. Угу. Так, Шуша, Людмила, подождите-ка, ну Шуша, ну хорошо, у нас все пока Шуша, потом Людмила тогда будет, вот так будет. Да, давайте. Так, начали, значит, Навыха хазо лах шаве о шаве. Шав, Просто шаве. шав. Шав. Такое специфическое слово, да? Да. Вело гилу аль онеха. Авонеха, вот так мы читаем это. Авонеха. Авонеха. Да. Леошив швитейха или как читается у нас шеву тейха Живут, а швутеха, да. швитейха в Угу. яхзу Ехал, лах да. яхазу яхазу лах мшоот шава Неса от нас. неса Масса от от нас. От шам, да. так Угу. шав Аду. Мадухим. Адухим. О, какое слово. Да. Итак, Мадухим. неви аих это вои Пророчество. неви им. Да. Пророки Пророки твои. твои. Хазу ла шав. Предвидение. Да. Теперь что такое шав? Тщетно, напрасно, какую-то напраслину, да, пустоту. Они увидят, значит, Ба эфе. пустоту. Так, Да. тапель. Пустой, бессодержательный и не обнаружит, как бы не откроют, не будет откровения. Не Да, да. открывали. То есть твои Нет, пророки да. не говорили тебе, Угу. а говорили Так, тебе пусти, о он пустяках, а не открывали тебе грехов твоих. То есть они вовремя тебя не обличали это, когда надо было. да. Вот это я не переводила. Лехешив швутейх, лехешив это было для отвращения, а швут это плен, то есть для того, Плена твоего, как это чтобы не сказать? допустить тебя, ну, чтобы не предупреждали тебя Да, вовремя, чтобы пленение. не допустить тебя до такого, до А, то того, есть чтобы... они не препятствовали возможному процессу Да, пленения. да, да, Да. Ну, то есть они не да. вовремя не предупреждали, да. Как бы смысл ухватить, да, вот если ну, попросту, буквальный такой. Так, Угу. так, и что они, и Ахазу? Это у нас какой глагол? Предвидеть. Ну, как Она хозе, как хозе, то Хазе, есть да. И предрекать, прорицать, вот так вот что-то такое. прорицали А. теперь так, масот, идеалы или... А нет, здесь видите, Угу. да, пророчество? Да, Идея. пророчество, ну вот шаф уже было, красные. пустые и Какие-то какие-то пустые, грехи. да. Пустые, вводящие вот в грех, то есть какие-то ложные, Угу. но вредные, по меньшей Ну, то мере. есть тебя иллюзиями, Да. тебя кормили тебя всякими иллюзиями, а правду тебе, правду не говорили тебе, да. Так. Угу. Спасибо. Так, тет Так, вав Людмила. Теперь Людмила у нас а, появилась. Людмила. Тимофея сегодня нету, да? Я А что-то... Тимофей сегодня Тимофей, сказал, он предупредил, что он не сможет сегодня, да, прийти. да. Савку алайх копаем, коль оврей дерых шарку ваяниу Боян. рошам аль бат Ярушалаем азот аир ше йомру клилат йофи Да. масос Массос. Угу. лехоль аарец. Угу. Да, верно. Всплеснул руками, а тебе Угу. Да. покупаем ладонями. Да. Все фрей, Оврейдеры. Идущие пришедшие, дорогой. что идущий Ну, дорогой, прохожие, прохожие, да. Кто проходить будет прохожие. мимо? Да. Насвистывали. Да. Вы Военку шар. качали, помахивали головой, качали головой. О дочери Иерусалима, Да. Это ли город, да? это Шею прямая мрот. речь, то есть они будут проходить и говорить, ну как вот люди присвистывают, говорят, ну ничего себе, то есть вот как мы, Этот ли город да. скажут Да. клилат совершенство красоты Да.
Про этот ли город говорили, что это совершенство, да? Красоты, радости, Талилатов. веселье всей земли. Да. Да, верно. То А, есть они земли будут Израиля удивлены. имеется в виду, да? Все земли То Израиля. есть, ну, Нет, ну все все эти... как бы, да, прохожие увидят все это разрушение, будут говорить, ну, надо же, как бы, это ли тот самый город, про который говорили когда-то, что это вот был такой Совершенство красивый, такое радости. совершенство всего самого, самого, все самое красивое, да. Да. Увы, неузнаваемо. Так. Спасибо, Людмила. Тет зайн. Так, Евгений, да? Юля, нет, Юля теперь. А, Юля, извините, да. Юля. Хочу лайх пигем коль ое вайх харку ва я харку шен один зуб. Амру Билану. Билану. Ах, зігайом ще кивінугу мацану раїну. В общем, пацю, это они как-то открывали рот. Вот, да, свой... пасть разинули. Разинули пасть, да, раскрывали да. пасть. Коль ой веха, да? На тебя, да. Да. Каждый враг твой. Да. А ну, там много, все-таки их было много врагов, все-таки там да. Юд, ой ой веха, значит, враги, ой, да? Ой веха, значит, все враги, да. А, ой вей. Ой вей. А, не отсюда ли ой вей? А я... Да. Ой, вы не знаю. Да, Харку скрестили. Я Харку, наверное, отсюда название города Харьков. Да, или, может быть, от слова хакать, да? Скрежетать зубом, как у Стругацких было, а зубом цикать не будете? Вот, наверное, да, здесь. Да. Я тоже вспомнила, да. Зубом. Амру. Билану. Это, наверное, в честь Димы Билана. Это вот эти враги. Да, но это были уже у нас Билану. То есть это вот Амру, это вот враги. Они там раскрывали рот, злорадствовали, имеется в виду, злорадствовали всячески. Говоря Амру, это вот идет прямая речь, что они там, что они говорили, эти враги. Да. Тоже они Билану, говорили, да. мы то есть мы разрушили этот Билан. Да? Это было Бил-А. Разрушили. А, разрушили. Ах, это значит, а так, сейчас, ах, это вроде бы... А вот, ну, типа, но. Вот, ну, вот. Ах, это же но еще. Ну, здесь ах, это не но, здесь да. Это, типа, вот этот день. Вот а, день вот, этот. Вот этот день. Встаем, вот день. Кивинугу. Который мы ждали. Кивинугу, который мы ага. ждали, да, но который мы, наконец, мы дождались надеялись, мы, наконец, да. Вот мы отсюда КВН, ждали. Да. Мацану Раину. Да, надеюсь, что мы увидим его. Да? То есть, да, наоборот, да, да. Уже мы вот и мы на него надеялись на это, мы наконец мы это увидели. И теперь мы увидели. Дождались, мы увидели. Ну, нашли мы это, обнаружили и увидели. Да. Угу. Так, спасибо, замечательно. Угу. Так, Евгений, вот теперь Евгений у нас. А я когда? Ой, Людмила, так. Простите, ради бога, господи, а мы что-то... Да. Вот мы хорошо. Тимофея читайте теперь, Тимофея. А я что-то, да, у нас, я помню, после Шуши, а у нас мне что-то почему-то показалось, что вы читали, да, что-то как-то я это проспали этот момент. Аса, Ашем, Ашер, Замам, Замам, а что, теперь по-другому, нет? Бица, Амарто, Ашер, Цива, Миме, Кедем, Аха, Агарас, вело хамаль, ва и самах, алайх, оев, рим, керен, царайх. Сделал Всевышний да. то, Да, что замам замышлял. Это некое действие, да, замышлял. А, Или даже и... злоумышлял. Всевышний да, да. Ну, слово в Таилимусе как за мимым, как злые замыслы какие-то обычно употребляются. Да, за да. Слово, за... Замыслы разрушительные. То, да? Что сказал угу. Амарто. Ашер Цива.
Марто, вот не поняла, сказал ему? Ну, то, что предсказывал, ну, туда не переводит, как сделал Всевышний, то, что предсказывал, то есть то, что было давно уже предсказано, вот он наконец видит, ну, Ага. пришло. Пришло. Да, пожалуй, да. Сейчас скажу. Марто. То, что задумал, исполнил слово свое, которое, да, вот это вот. Да, Сейчас. Да. ошерцива. Да. Которое заповедовал из... Да. Ой, Мимей господи. кедем. Из вот... Из дней Да, прежних. из прежних дней. Да. Гарас. Гарас разрушил. Велохамаль. И Разрушил не сжалился. и не жалился. Но это потому, Да. что не мое, это Шушин стих, поэтому сложно. А-а-а. Мы его не по адресу вручили. Да. И Так. радовался о нем, а радовались о нем враги. Враги? Да. Враги, да. Ну а что, у вас все нормально Да. получается? Герду. Подняли. Я когда поняла, что это не мой стих, мне легче стало. Подняли. Понятно. Кэрон, это Рог. сейчас случилось. Буквально вознесли рог. То есть это Рог как... на Райх, его беды, Врагов царим, да? враги, Вестись. да, Да, ну как бы вестись. злорадствовали, радовались его враги, вот так. Да. Да, вот так. Увы. Да, спасибо, спасибо. Теперь, Вот ну теперь что же, Евгений идет? точно, наконец. Ага. Нет, Евгений, подождите, у нас Евгений читал. Сейчас, подождите. Да, хорошо. Ага. Так, Цаак, Либам, Эль Адонай, Хомат, Бат-Сион, Омриди, Нет, Хориди, Гориди. Хориди, Хориди, Ханахаль, Нахаль, да. Дима. Вайомам, Лайла, Аль Титни, Фугат, Лях, Аль Тидом, Бат, Эй Нейх. Эйнейха. Эйнейх, да. Нейх. Так. И, как сказать, да, вопиет Кричал, кричал, вопил, да, либо сердце их. в сердце их к Господу. Богу, да. Хомат бацион. Крепостные стены, да? Нет, это уже дальше идет как бы обращение. Стена, вот эта вот стена дочери Сиона, Кена. Гориди, Канахаль, вот Дима. Да, горите кнахаль дима. А, да, горите, Проливай, спусти, проливай под проливай, да? слезы, да. Слезы как источник, ручей. Как ручей, да, ручьем Да. проливай слезы ручьем. Да, Лей днем и слезы ручьем, днем и да. ночью. Да. Днем и ночью. Альтидни, да. Не давай покоя себе. Или, Да, да. 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 Не что аль что не Не давай покоя себе, да. глазам Аль дом, Ну вот, аль не знаю, не тидом. те дом, я несла, не знала, что это за слово, может быть, не замолкать от дома и молчать, не знаю. Я его не нашла, но тут Не его не молчи, да. переводят как не как бы не перестанет плакать там, ну, омываться слезой, да, вот Да, омываться ага. слезой, зеница ока, то есть те дом это вот доме от слеза. Да. Бат и Найха, это получается, кто Бат сказал? Айн, это дочь раз. глаза, дочь глаза Ресница, получается. ресница, ресница, как бы, да, как получается. А Нет, Фапай зеница это ока, ресница, это а зеница зеница ока, ока это зрачок. это глазное яблоко, там зрачок какой-то получается, А, самый глаз, часть глаза. центр глаза, самое то, что защищать надо как раз наоборот, то, что вот получается. Самое главное в глазу получается. Говорят же, Так, беречь, Юд как Тет. зеницу ока, то есть самое Да, такое. верно. Юд Тет, ставите мне, да? Ну, оставим, уж так и быть. Так, ладно. А, ну ладно.
Куми рони балайла лерош ашмо ашмурот шифхи камаим либех нохах пней Адонай сеи элай элав капаих аль нефеш олалаих гаатуфим бараав берош коль хуцот. Вау, да. Куми, вставай, да. Рони, ла, ну, вообще-то, Рина – это веселая песня. Но здесь ну, имеется там, в виду плакать. Песня жалости. Плачь, плачь, да. В ночи, да. Лерош ашмурот. В начале каждой стражи, да. Ночь делится на три стражи. Шифхика маим либех. Излей, как воду, сердце твое. Нохах пней ашем, да. Нохах. Предстань пред Всевышним. Сы-и элав капай, да, простри к нему руки, да, сы-и, сы-уи дэхим кот, да, так, аль нефеш ололаих, о душе младенцев твоих, а атуфим, тут снова вот это вот значение специфическое. Немогающих от голода. Бараав от голода, берош коль у цот. На вершинах всех, что такое хуцот? Хуцот ну, это вообще... Наружу, наружу. Ну, улица, улица. А-а-а. Хуца это наружу получается. Вот на улице. Ага, да-да-да, понятно. Да. Угу. Кав, пожалуйста, да? Да. Ре-э ашем ве хапита лэми олальта ко им тохальна нашим перьям олалей типухим им ягорок бемигдаш Адонай коэн венави. Да. Ну, как бы, воззри Всевышний и ну, взгляни на... И да. Это вот смотри, идет как и бы, вид, ну, да? Леми, нет, да, воззри Вишни, ну, типа там, да. Леми, это... Разве, ну, как бы, с кем случалось, с кем происходило такое, такое, когда, да, такое, когда тохально, то есть поедали, кушали, как бы, нашим женщинам, да. Перьям, то есть, ну, плод, как бы, свою, ну, свое, своих детей, имеется в виду, свой да. Плод, улалей, ну, то есть, младенцев, да, младенцев. Типухим, которых они выращивали, которых они, как бы, выращивали, когда, да. И это уже следующая, да. Идет фраза. Да. Им ягорок, да. Им ягорок, когда убивали, когда да. Бы случалось такое, что убивали в святилище Всевышнего, этого священника и пророка. Так вот. Да, да, такая. Такая история. Кав, спасибо, Анна. Кав Алев и Кав Бет у нас осталось, да? Да вот прям, да, прям. Решайте, Анна. На всем, ну а что я буду решать? По очереди, получается, пускай люди Шуша да, или давайте. Милая у нас да. Вот так вот получится. Да, давайте так. Да. Шуша, Кав Алев, да? Так, Бум, Элиарец, да. Хоцот, Нар, Закан. Закен. Закен. Бетолотай. Тай. Бахурай. Да. Слу. Бахарев. Бахарев, да. Бахарев. Рагита. Араг. Байом. Афиха. Тавахта. Тавахта. Лох хамалта, хамалта. По милости вроде как было так. Да, у нас уже да, у нас было помиловал, это самое не помиловал. Так, легли, упокоились, можно так сказать, или как? Да, легли на землю. Полегли что ли на землю? Так, хуцот. Да? Хуцот, наверное, на улицах. На улице. Хуцот. Сейчас посмотрю. Да? Да, да, на улицах, да. Да, кто? На Арве Закен.
Это, ну, отроки молодые и, собственно, стар и млад. Да, Так, Бетулотай. Бетулота. Так, Новахурай, да. девы и юноши, и пали. Так, Бахеров. Бахеров это у нас Меч, от меч. меча, пали от меча, От получается. меча. Меча, Так, как убитые, как да. называется? Пророк, ты убил боем Апеха в день гнева твоего, да? Нет, девы свои. Табах – это повар, но изначально Мясник Тевах – это какой-то, убийца вот знание, в этом смысле. да. Были Так. зарезаны, да? Зарезал. Получается, Ты их убил и не помиловал. И не но... помиловал в день гнева. Да. Есть. Спасибо. Последняя фраза. Хафбет. Людмила. Тикра кайом кайом моэд мегурай мисавив вело ая боем афашем палит весарид ашер типахти веривити ойви килам килам Да. зва вот кто звал Тикра. ты Ты звал позовешь. Да, ты ты позовешь. позовешь в эти времена как бы да Да, в день ну созвал то переводит назначенный созвал день. как на в день праздника вот собрал А, ты каем, как бы да. собрал как в Как день праздника праздничный день, как на праздник, да? да. Мегурай. Мегурай. Ужас, А, Магор, страх, ужас, мой да. ужас. Нет, в данном случае страх, да, страх. Ягур, это Да. же бояться еще. Да. У меня перевод ужасы. Ну, Ну да. страхи, ужасы, какая разница? Ну, Да. сейчас там, где страх, там и ужас. Вокруг, да, вокруг. Мейсавив, Да, да. отовсюду Отовсюду. собрал страхи, да, и ужасы. И не был в тот день Не никакой. был боем в день гнева Всевышнего, палит, палит, То есть тот, не кто было сбежал. никого, кто не убежавшего, уцелевшего вот так вот, Да, да. Весарид и Кто не уцелевший, да. спасся, как бы, да? Никто не спасся, да. Да, Сарит, а уцелевший, который типахти. У нас был топох, который, ну это сам пророк, видимо, говорит, тех, которых я взрастил, как бы, и взлелеял, враги, ну, кала, вот, уничтожили враги, вот так, значит. Ревите, ой, Ревите это да. ссорить? Или, наверное, Город, или это говорит, вот это вот город от имени города говорится, что тех, кого я, видимо, она женщина, ну, правда, тут без разницы, женщина, мужчина, тех, понятно. кого я взрастила и взлелеяла, тех А враги враг уничтожили истребил. враги. Да, вот так Да, примерно, от имени прикончил. самой этой А вот это самого города, ойви, в да. смысле, мой враг, да? Наверное, Враг мой, мой, враги, да. да, вот эти все вот на и, это как ойви, что там у От нас имени еще города, было, да? типухи, да, ну я так думаю, да, наверное, кто там еще мог быть. Да. Да. Тикра, да, Каем. Страшное дело. Осталось только пожелать, чтобы Всевышний исполнил свое пророчество, что дни постов станут днями праздника. Дай Бог, чтобы так оно и было. Амин, Да. амин. Нам А скажите, видеть первую мир. главу в прошлом году, что ли, А читали? я там поставила ссылку. Мы А. 2 года Ага, назад у да. нас было. Мы поставили Я ссылку. что-то искал и не нашел вот сам текст, который я когда-то подготовил. Но, может быть, я посмотрю, может быть, он где-то в другом месте у меня. Если я вдруг найду, поставлю, да. Но в любом Всего случае, в 5 глав, да, всего, а мы 2 прочитали, получается. Да вот тут, к сожалению, да, потому что текст сложный, и мы вот я вряд ли больше одной главы не получилось бы. Нет, мы бы не Ну, успели знаю, можно читать. попробовать следующий выходной прочитать еще одну, если у кого-то будет настроение. Потому что он более тяжелый, его лишний раз читать Ну, я не скажу вам такую вещь. Когда хочется. Софер выбирает, что ему написать, на первом месте стоит Магеллат Эстер, потому что там просто чисто по техническим причинам. Если есть имя Всевышнего, его запрещено стирать. А в Магеллат Эстер нет этого имени, поэтому если вдруг ошибся в тексте, то можно его, легче будет его исправить.
но в последнюю очередь берутся переписывать свиток Эйха, потому что ожидают, что вот не сегодня, а завтра Всевышний отменит посты, и уже не понадобится читать этот свиток. Тем не менее, вот пока что это так вычитают. Да, в некоторых общинах есть обычай каждый год убирать, как бы выбрасывать в Генизу вот эти вот книжки со всякими плачами, вот это кенот плачи. То есть как бы вот прочитали, поплакали и выбросили. То есть как на будущий год не понадобится. На будущий год не понадобится, да. Эйха самый, один из самых трудных, да, вот еще... Иов, есть еще, ну, то, что Шломо написал, да. Мне кажется, что Иов не такой сложный, нет? Иов вроде бы попроще. А я его, как сейчас говорю, не пробовал читать никогда. Иов, мы читали. Я читал только начало и конец, по-моему. Там одни споры были, что это может значить, это слово один раз встречается, то есть... Да. Практически. Только догадываться. Ну что же, всем большое спасибо за участие. Дай Бог с Божьей помощью через неделю. Спасибо большое. Всем счастливо, пока. Принято теперь говорить, я слышал, не ксомкаль для тех, кто постится, а цопмуиль, то есть как бы эффективный, окей? Плюс пожелания, смотрите за новостями. Ближайшие дни, сегодняшние, завтрашние, вообще говоря, они судьбоносные, по-видимому, и несут в себе очень большое значение не только, я думаю, для народа Израиля, но для народа мира. Окей? Да. Всем счастливо, пока. Счастливо, пока. Так, видите.